Доброе утро. Френовец Павел Петраков служит в межмуниципальном управлении МВД России «Щелковская». Его обязанности засекречены. В общих словах, организует работу ведомства на случай введения в стране военного положения. В органах 13 лет, из них 6 служил в составе опергруппы. А начинал, как и многие, с должности участкового. Этой работе Павел учился в Московском университете МВД. Юбилейный 10-й выпуск на Красной площади состоялся летом 2012-го. Как и многие сельские парни, с детства дружит со спортом, занимался в секциях футбола и бокса во Френовском клубе «Факел». Но главным увлечением выбрал пауэрлифтинг. С окончания университетских годов, там, наверное, 4-5 курс уже как-то вот более такой... Силовые тренировки более привились. Но, опять же, это больше близко по специфике работы. Не всегда есть время там, по 3-4 часа играть в футбол или в хоккей или какие-то. А здесь и по затратам это более-менее. Купить себе хорошую спортивную форму, там минимальные элементы экипировки и все остальное зависит только от тебя. Здоровый интерес к спортивным достижениям появился у Павла в 12 лет. Ставил перед собой выполнимые цели и шаг за шагом их достигал. Соревнуется в классическом пауэрлифтинге и в отдельных его движениях. Выступал на Кубке ЦФО. На первом турнире по пауэрлифтингу в Ярославле Петраков выжил лежа 165 килограммов, выполнил присед со штангой в 235 килограммов и становую тягу, держа в руках неподъемные 270 килограммов. Таков результат регулярных тренировок. 3-4 тренировки в неделю вполне достаточно. Все это после рабочее время 7-8 часов вечера, да, 2-2,5 часа тренировка, это вполне достаточно. Профессия у меня есть, а это как хобби. К спортивным увлечениям Павла руководство относится положительно. Спортсмен-любитель выступает за сборную Щелковского управления МВД на областных спартакиадах и соревнованиях. В гиревом спорте и жиме штанги френовский силач непременно приносит своей команде недостающие очки. Коллеги начали с богатыря брать пример. После работы инспектор спешит на 2-2,5 часа в тренажерный зал спорткомплекса «Подмосковье». Супруга Павла разделяет его интересы к спорту. Жена у меня очень хорошо к этому относится. Я, по-моему, ни на одних соревнованиях не было без нее. Она всегда со мной ездит, поддерживает. Как бы всегда всем моим каким-то успехам, начинаниям она только рада. Павел – мастер спорта по пауэрлифтингу по версии Федерации «Союз пауэрлифтеров России». Получил знак мастера спорта по становой тяге по версии Федерации VRPF. Личный рекорд Петракова – присед с отягощением в 260 килограммов, жим лежа в 182,5 килограмма и становая тяга – 285. Руководство привлекает Павла на патрулирование улиц. Правонарушителям лучше не попадаться на его пути. Михаил Налетов, Сергей Максимов. Щелковское телевидение.